Опять сорвалась, да? Ничего не клюет. Ты отвлекаешь меня. Ну так, когда она у тебя клюет, надо ее просто поддевать и вытаскивать моментально. Рыбак с тебя, конечно, вообще никакой. Забыл вообще, как рыбачить. Вот сейчас клюет. Я самый лучший рыбак в Майнкрафте. Видишь, рыба. Это рыба, я ее поймала. Большой ты молодец, конечно, но с такими успехами ты никогда не вытащишь какую-то там зачарованную книгу. Вот дай 5 минут, дай мне. Вот дай мне 5 минут, я тебе вытащу 2 зачарованные книги. 5 минут, говоришь, и вытащишь 2 книги зачарованные, да? Всего лишь 5 минут дай мне, я тебе даже кита за яйца поймаю. Куриные. Давай, куриные. Давай. Хорошо, давай, хорошо. Вот, давай. Ты тут рыбач. Батл, давай. Батл, еще один батл. Ну это да, быстренький да, да, батл будет. Ну давай, батл, хорошо, давай. Давай, батл. Сейчас приду. Я тебе сейчас... Я удочку потеряла из-за тебя. Ну, давай ныряй на дно. И лови ее. Капец. Просто чуть удочку сейчас не профукала. А у меня тут не все так просто, как кто-то мог подумать. Я подготовил небольшое такое приспособление, небольшую такую машинку, которая позволит мне вздрюкать Екатерину и выиграть в этом очередном батле на зачарованные книги. Сейчас все будет. Нотный блок, всему голова. Ставим его вот сюда. Сюда забор, сюда дырочку. Какую дырочку? Сейчас я тебе покажу дырочку. Потом люк из темного дуба вот сюда и железный люк вот сюда. И нажимную плиту на вот этот заборчик. И, наверное, сейчас многие меня спросят. Едисон! Ты что за машину по призыву сатаны строишь? Сейчас сами все увидите. Подождите, секундочку. Чё? Я книгу поймала зачарованную. Чё ты врешь? На что? Иди сюда, смотри. Ну. Смотри, угадай на что, угадай. Я в душе не чаю починка. Сила 4. Дай мне как 5, тебе такое? 5 минут мне дай, я тебе 10 книг таких вытащу. Столько книг будет, что ты опять в школу можешь отправиться заново. Ща, иди сюда, посмотри на мою чудо-машину вот эту. Так, объясняй, я ничего не понимаю, что это такое. Дырка. Сюда сундук, и сюда воронку. Ну, естественно, прямо сейчас мне нужно разлить немножечко воды, и после этого моя ферма будет готова. Все, как. И еще немножечко в тебя снежков покидать. Не. Все готово. Вот, в принципе, все, что ты сейчас видишь, все готово. Если ты спросишь, что это такое, это автоматическая рыбалка в Мунцруфте. Сейчас я тебе покажу, как это работает. То есть ты такая ленивая сракостанция, которая не хочет стоять с удочкой вот здесь вот возле речечки и сам ловить, а построил какую-то шайтан-машину, да? Эта шайтан-машина то же самое, что обычная рыбалка, просто она тебе упрощает жизнь в несколько раз. Если кто-то не знает, смотрите, как это все работает перед тем, как мы отправимся вот туда в город, я Катю в этом нашем батле вздрюкаю. Вот, берем удочку и тыкаем вот сюда на вот этот железный люк. Наша автоматическая ферма активируется, мне больше ни черта не надо делать. Все, что я сейчас делаю, это пальцем зажимаю правую кнопку мыши. Вот, все, я просто стою и жду, пока это все вечно будет ловиться. Вот я уже что-то вытащил, пока что я тебе не могу рыбу сказать. Рыбу, сырую треску. Ну ладно, хорошо, да в любом случае. Сейчас, да вот смотри, у тебя уже весь сундук в книгах, прям уже места не хватает. Не, прям умничай, зато это бесконечно, я могу с одного блока ловить вот... Ярика даже могу вытащить. Я просто. Ну давай, стою... давай, слови Ярика. Ща все будет. Я просто стою, ничего не делаю, если не заметила. Ты просто фигачишь вот эту фигню рукой бесконечно. Это все, что я вижу. Закрытыми глазами рыбу вытаскиваю. Закрытыми, Кать. Да, ну что-то такое себе удовольствие, конечно. Короче, давай сделаем так. Я даю. Вот. Засекаю. Засекаю на таймере. Ровно 5 минут. Кто больше полезных предметов вытащит за эти 5 минут я со своей этой фермой или ты, тот может сказать победитель, а? Ну подожди, остановись тогда, остановись. Ну, остановился. Вы очисти сундук. А тут у нас уже сырая тресочка и 2 иглобрюх. А? Еще я успел словить. Ладно, я вытащил. Ну все, выкидывай. И давай, батл снова. 5 минут, и после этого мы идем в город. Потому что там у нас в городе появилось кое-что новое. Я пока что не могу тебе сказать, что. Засекаю ровно 5 минут. Все, поехали. А кто проиграет, тот протухшая, сырая икра вонючего лосося. А, нет, кто проиграет, просто тот вонючий лосось.
Это будешь ты. Или, ясно? Или ты. Ща посмотрим. Давай, расчехляй удочки. Всё, иди. Иди давай за свою вот эту фигню становись. Нифига ты не поймаешь. Всё, пока. Эй! Раз, два, три. Время пошло! Ну давай, давай. Я больше чем уверена, что он нифига нормального и полезного не вытащит. Пока ты там умничаешь, я просто 5 минут сейчас буду лежать с закрытыми глазами и записывать серию. А ты там давай напрягай булки свои, чтобы что-то хотя бы полезное вытащить. Вот и вытащу. А это хорошо. Слушай, а я тут кофе пью, если что, одной рукой кофе, другой рукой вообще ничего не делаю. Да потому что ты лентяй, лентяйский, я это уже поняла. Да потому что ты просто противоречишь человеческому прогрессу. Технологии завладеют всей этой планетой, Екатерина. Вот эта технология, вот это я понимаю. Ты играешь в Майнкрафте в выживание. Какие технологии? Автоматические рыбалки, где ты сидишь и просто пипить и пинаешь. Вот уже прошла 1 минута 20 секунд, а я еще ничего даже глазом не моргнул. Да, и еще ничего нормального не словил, да? Это блин, мы... из-за тебя сорвалась удочка! Лох, потому... вот это мы посмотрим в конце, словила я или нет. Все, тихо. А у нас уже практически 3 минуты прошло. Катя что-то словила там? Конечно, ничего. Словила, словила. Ну, ты пока ничего не говоришь, что ты словила. В конце разберемся друг с другом. 2 минуты осталось, 2 минуты. Аурики, аурики, аурики. Купались девки, купались мужики. Аурики, а у нас 8 секунд осталось. Катя, вот давай еще последний раз рыбачим. Все, последний раз. Последний раз, да. Все, время, в принципе, можно сказать, вышло. 3, 2, 1. И последнюю рыбу вытаскиваем или что-то другое. И на этом заканчиваем. Все, ты вытащила, я слышал. Да, да. А я... Давай. Ну все, останавливайся. Подожди, я еще не вытащил. Последнее вытаскиваю и все. Давай, 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 давай. Рожай быстрее, а. Все, 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 вытащил, вытащил. Короче, не заглядывай, не заглядывай, не заглядывай, выйди. Кто тебе разрешал заглядывать? Ты подожди, Екатерина. Да вот. Ты читер просто, ты читер. Сама ты читер. Вот смотри, я пока сам не буду смотреть, что там внутри находится. Вот этот шалкеровый ящик я выделил под тебя. Вот сюда сложи все, что ты только что словила, я посмотрю. Давай, давай, давай. Хорошо, давай. А та книга не считается, которую я словила? Не-не-не, только вот с момента начала вот этого батла 5-минутного. Ну ладно, но все равно книга у меня хорошая, так что... Так, бирка, седло, 4 и лобрюха. Давай, ты просто выложи, я посмотрю, что ты словила. Ну, вот как-то так. Ракушка, раковина, бирочка у нас, седло и лобрюх, 4 штуки, тропическая рыба. Слушай, ну ты, зато ты еды прям наловила примерно на месяц вперед. Ну неплохо вот так. Вот именно. А у меня... Аляски, Масяски, уточка, прочность 3, приманка 2, везучий рыбак 2, прочность 3 и книга! Быстрая перезарядка 2. Ну, конечно, дрянь еще та редкостная, но в любом случае книга зато выпала, я могу себе арбалет зачарить. О, вот это супер! А я обычной удочкой в обычной речке словила книгу на силу 4. И пофиг, что она была вне батла, зато словила. Подожди, мы сейчас соревновались в батле. В батле. Все. Видишь, что я словил? Я молодец, молодец. Я выиграл. Выиграл. Вопросы есть? Ты читер. А ты пипука. Читер. Пипука. Ушла без слов, ничего не сказала. Хорошая вещичка, если кому-то лень стоять и рыбачить, можете воспользоваться вот этой автоматической фермой, и все будет чики-пуки. Можете просто даже кнопку зажать вот этой правую мышки чем-то другим, поставить на нее там клавиатуру или еще что-то, и просто уйти нафиг в школу, прийти, а там уже находится примерно 30-40 штук вот этих зачарованных книг. Кать! Да? А ты где? Я тут наблюдаю на какой-то магазин. А, кстати. Магазин.
Ты где? Подожди, стой передо мной, это ключевое, что я хотел тебе показать в этой серии, подожди. Там какие-то люди ходят, почему они на нашей территории? Это не люди, это вот этот житель пришел и он построил... А это не люди, это житель! Житель пришел и построил этот магазин, пока нас здесь не было. Вот сейчас, подожди, вот я записал этот момент, когда житель строил вот этот магазин для Кати. Я тебе зуб даю, то, что это он построил. Сейчас, подожди. Вот сюда нажми, если что, там было, там вот эта постройка, вот это вся была. А, Кать, пройдемте. У меня очень много вопросов к вам. А, ну так магазин смотри, продуктовый, и не только. Косметика, техника, детское питание, гель для душа, пирожные, железобубочные изделия, нежное белье, лего, билеты на концерты, фу. Сувениры, Катя жопа и друг. В смысле? Хорошо. Сейчас Эдисончик, пипипончик, пипи. Пипип. Подожди, так не я же строил этот магазин, это он писал, я-то тут при чем? Отлично, вот так. Эдисон пипипка. Нечестно, потому что не я строил этот магазин. Все, давай, заходи внутрь. Заходи. Хорошо, житель, это ты построил, что Катя жопа, да? Ты иди сюда, мне видишь, нет, ты здесь есть. Нет, нет, не надо его бить, успокойся. Успокойся, ага. не бей его. Смотри мне, ты у меня на крючке, ясно? И ты тоже. А я тут вообще ни при чем. Короче, это просто магазин, тебя же никто не заставляет вот с этим жителем носатым торговаться. Ну или быть с ним в каких-то хороших отношениях. Просто обычный житель, который построил здесь обычный магазин. Вот здесь за 64 сырых трески ты можешь купить 64 золота. А все мы знаем... Он у тебя сбежал. Так потому что двери за собой закрывать надо, Кать, алло, вернитесь! Это же продавец этого магазина! Куда он вообще пошел на частную территорию? А, молодой человек! Лови его! Ну, да потому что двери за собой в следующий раз закрывай, пожалуйста, а не выпускай его! Вернись обратно, Кать! Где он? А? Вот он, спрятался там. Отлично. Пойдем, молодой человек. Не, Катя, это так не работает. Ты его на удочку не притащишь. Ага, притащу. Ой, ладно, гуляй! Все, рассказывай, что здесь можно купить? Можно купить новые шмотки. За 64 трески, как бы ты же рыбак, у тебя много рыбы, за 64 трески можно купить 64 золота. А золото тебе как раз-таки сейчас нужно для того, чтобы через пару серий на Новый год построить себе золотой сральник. Поэтому, мне кажется, это отличное для тебя предложение. Да, но только я всю треску оставила там, на том островке, в рыбацком домике. Ну иди тогда давай за ней. Подожди, а тут 16 бутылок меда, 128 золота. У меня 5 бутылок есть, мне нужно еще всего лишь-то... Сколько там надо? 11. Да, 11 бутылок тебе всего лишь надо, но проблема в том, что у нас с тобой вообще меда не осталось. Я все выпил и все наторговал, вот. А у нас да вот же есть. А, ну тогда иди собирай, вот. Дай бутылки. Вот там, в центральной бочке, забирай. Ага. Давай, собирай, вот просто. Вот а когда... все подожжено, все да, нормально? Да, все подожжено, никто тебя атаковать не будет. Я тут решил вот перегородки вот такие сделать для костра, и никогда его не поджигать, никогда его не тушить, чтобы он всегда работал. А то я заколебался каждый раз приходить, поджигать, подожди. Тушить, чё? Мне нужно еще 6 бутылок меда, срочно. Работай, мать, работай, жди, пока вот мед здесь появится, потом его собирай. Подожди, может у нас есть в сундуках где-то мед? Нет, у нас с тобой вообще меда нет. Я тебе говорю то, что я его толкнул куда-то в другое место. У нас да не может быть такого, должен быть мед в этой, блин, нет, деревне. Вообще нет меда. Работай! Я просто часто не успеваю собирать здесь мед, а то пчелки как бы очень сильно трудятся, мед добывают, а я всегда забываю его собирать. Поэтому, Катя, это отличная для тебя мотивация никогда не забывать собирать мед, пока я здесь буду стоять и охранять этот магазин. Так, подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, как раз 6 штук, ждем, пока они полностью наполнятся, и будет прям то, что нужно. Да, давай, иди работай. И иди пока порыбачь, тут как бы за 64 трески можно еще 64 золота, иди рыбачь. Так, ладно, сейчас приду, жди, никуда не уходи только. Я здесь буду стоять, у меня просто и трески как бы нет, у меня меда нет, зато на рыбачь. У тебя точно нету?
у меня нет ни меда, ни сырой трески. Вот прям клянусь тебе, вот жизнью вот того жителя магазинчика клянусь. Ничего у меня нет.